месяца дойти. Кто-то меня там ждет, мое сердце ваншот. Упаду прямо на свои стихи. Я упаду, 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 больше не встану. Оставь свои памяти, как я в полголоса ночью даю тебе строки, которые породят. Девочку окей, ну так типа знаешь, и совсем нигде не была. То есть куда-то вниз заходит, а должно быть так. Могу так себе. Надеюсь, Йоу-йоу-йоу. Нет, нет, всем привет. Просто как-то не, вот это, три слова последние поменять. Че, как дела у вас, сердце? Так. Че нового? Газимагомедов, сам ты хуй, блядь. Иди нахуй отсюда, нахуй ты смотришь мою трансляцию, блядь. Пиздец. И ты своим братьям-дагестанцам скажу, чтобы они с тобой разобрались, блядь. Всем привет, пацаны, как дела? Кстати, как это, связь нормальная или нет? У меня, видите, скобки, поэтому я немножко шепелявлю теперь. Так что такие дела, пацаны. Рустам Курбанов, привет. Петя, привет. У всех все норм. Не просите сейчас на прямые эфиры, потому что я ни с кем не выйду. Вот, завтра вариант повод забрать. Нет, не вариант, потому что я нахожусь в Таиланде. Немножко загораю. Так что вот такие друзья, братья. Максим Александрович, Новак Макс. Я прикрепил его комментарий. Обязательно подпишитесь с ним. Ему станет так проще. Проще работать. Вообще, да, работаем. Даже находясь в Таиланде, пацаны, мы работаем. Вот так вот. Вот такие дела. Что вчера с Олегом было? Ну, на самом деле, я думаю, что многие неправильно поняли его трансляцию. Вот. Это было именно, как сказать, отзыв хейтерам, скорее, чем к нормальным людям. Так что, вот такие дела. Ну, так, подписался и подписался. Максим Александрович, добрый вечер. Слабые лаги, потому что нахожусь в Таиланде, здесь немножко глючит. Вот. Такие друзья, пацаны. Пишите свои вопросы еще чуть-чуть задать. Так, кто? Сергей Гонтаренко в Таиланде. Не бойся биться, да? Что тебе делать? Не бойся. О, лагает связь, пацаны, да, связь лагает. Группу в Телеграме дай. Немножко загорел. Я вам тут подскажу, как можно загореть. Очень просто и круто. Вот. Кому пули дал заднюю? Кизару приедет, Рашку нет, не приедет. Вот. Как связь, пацаны? С моим базом все в порядке. Вот. Он ебет всех нахуй. Отдельно. Вот. Так, как ваше? Ничего, все хорошо. Пацаны, как связь? Напишите мне, чтобы я понимал, нормально или нет. Приду привет, деда, за 1002. Ты думаешь насчет боя Конора? Конора получит пизды от Хабиба. Все очень просто. Пацаны, вы знаете, что мы открыли клуб Fight Pro в Екатеринбурге? Сейчас мы открываем в Волгограде и Воронеже. Поэтому, если вы хотите прийти в клубы и еще не знаете, то приходите. А самое главное, в Москве у нас есть залы. В Москве, пацаны. В Москве приходите. В Питере приходите на тренировочки обязательно. Вот такие дела. Связь в норме, это хорошо. Будут ли у тебя еще бои? Да, я думаю, что в лиге М1. Ты что, обязательно сделаем... в прямом эфире? Сделаем бой. Ты что, в прямом эфире? Да не можешь на меня, я просто буду читать. Отойди, женщина, отойди. Вот, вот, это правильная информация. Здравствуйте, Артем Николаевич тебе пишет. Я видел. А, это, блин, этот, как его... Директор наш, господи. Кто это? Директор? Директор, привет! Да. Знаете, как Масяня? Тёма не директор, не беспокойся, ты директор! Знаете, как в этом, как там Масяня, кто это директор? Да пошёл. Можно мне? Ладно, всё, Ян, отойди. Так, ребят, короче, иди туда, снимайте влог. Короче... Малыха засветилась, да, подписывайтесь на нее. Яна Ханикирян зовут, подпишитесь. Что там, Лей? Эй, Лей! Что там, хорошо? Больная женщина.
Так, открыл клуб в Пайпо в Москве. Я, ну заткнись ты, реально, блядь. Ну, сейчас пиздюлей получишь, все, в чем проблема? В клубе Fight Pro, значит, два. Точнее, Fight Pro 2 в Москве, один в Екатеринбурге. Сейчас один открывается в Воронеже, один в Волгограде. Ну и вы сможете тоже открыть, если хотите, покупать франшизу. 1 000 000 рублей, франшиза ваша, и открывать клуб Fight Pro вместе с нами. Вот так вот. Ну, сделаем скидку, продадим за 800 тысяч, пацаны. Вот. Короче, передай пацану, что приходите заниматься. Пацаны, переходите, приходите заниматься в ДКБ, в Екатеринбург. Андреева, привет, как ты? Покажи сиськи. Ой, короче, давай, блядь. Ну, если у тебя, короче, иди отращивай, ёпта, мудак, нахуй. Так, лайф. Так. Ну что, пацаны, Тарасов накажет Конор. Я его уже наказал, если вы не видели. В Барселону я еду 12 марта, если что. Вот, я надо пиздюлей получит. Нет, я не буду бить девушку, я буду наказывать. Не бью, я наказываю, пацаны. Ага-ха, Тёма, ты охуел это. Ага-ха, подпишитесь на Андрееву. В Пермь собираешься. Пацаны, мы приедем в любой город, чтобы вы понимали. Просто роялти от разных городов от 10 тысяч. Вот, оборот от 500 тысяч. Там уже дальше все зависит от вас, от вашей рекламы. Ну, естественно, мы будем помогать. Вот. Короче, открывайте клубы Fight Pro в своем городе. Валентина Шабакаева, конечно, если тебе есть 18, мы тебя возьмем. Хабиб, что с ним драться? Он лютый, лютый чел. Вот. Гуф умер, да нет, его убило сильно. Пиздец, как сильно. Вьетнам, Вьетнам, да. Короче, пацаны, я хочу вам сказать, что я на лицо не намазал никакую смазку, долбоёб, ёпта. Чё, чё ты пишешь, да, он нам? Пиздец, блядь. Лицо. Это у меня смазка лицо намазано, у него не намазано. Я, ну, пожалуйста, реально, ты чё, блин, косяк? Жесть, какая-то больная женщина. Сам ты сучка, блядь. Сам ты сучка. Яна, успокойся. Так, Фейс Хуесос. Кстати, Фейс ну, пытается становиться лучше. Это большой привет, большой ему респект за это. Так что так, Валентина Шабакаева. Пиши ВКонтакте, все будет. Олег Дедев. Напишите Олегу Дедеву, что он сучка. Вот я закреплю его комментарий. Напишите ему сучка. То есть сучка. Без ДН огребать будешь. М1 скоро, пацаны. Радуйтесь. Скоро буду огребать пиздюлей. Конечно, Кизару, о чем проблема. Всю дорогу на ха-ха. Кстати, вы смотрели новый видос, как отжать кроссовки Гуччи? Приколитесь, угарнитесь. Вот, прикольный видос. Я сейчас что-то просмотров мало, но скоро все наладится, пацаны. Вот. К Субрим нормально отношусь. Когда-то были говном, мы стали как Бузова. Были никем и стали очень кем-то. Понравился батл Гуфа. Гуф батя, блядь. Какой бы батл не был, Гуф батя. Вот, из-за Russian Rap, из-за отец русского хип-хопа. Я не был в солярии, пацаны. Так. Это Михали Фугер. Когда телочка пишет, что она любит мои видосы на ютубе, я думаю, что она немножко ёбнутая. Как можно любить мои видео на ютубе, телки? Господи. Ладно, пацаны, я хочу вам передать всем большой привет. И самое главное, помните, что любите своих братьев. Братья – это самое большое и важное в вашей жизни. Потому что сколько бы у вас не было тёлок, сколько бы у вас чего не было, вы знаете, что вы всегда будете за братом двигаться. Конечно, есть уёбки, вот, но мы их не обсуждаем. У меня были в жизни тоже такие уёбки, вот, которые, ну, с которыми пришлось перестать общаться. Так что вот такие дела, пацаны. Все, всем респект. Гордей, Гордей, нормальный пацан. Что так редко разыгрываешь. Будем разыгрывать, посмотрите. У меня, кстати, розыгрыш сейчас спортивного питания. Quest Bar Nutrition. Все, всех обнял, пацаны. Давайте, всем пока.